Новый день, новая задача. Сегодня мы садимся на Ми-2 и летим в Кронотский заповедник. Раз, для того, чтобы посмотреть долину гейзеров. И два. Кальдеру вулкана Узон. Я в полном предвкушении. Я думаю, это будет незабываемо. Готов? Готов. Ну что, пойдем. Пойдем. Мы вылетели из Елизово до гейзеров на вертолете. Кронотский заповедник занимает большую часть Камчатки. Это и долина гейзеров, и кальдера вулкана Узон, и Курильское озеро, вокруг которого обитает очень много медведей. Кстати, один мишка встретил нас на входе в долину гейзеров. Поход к медведю номер один. Посмотрим, кто выживет. Мишка еще там? Да, вроде там еще. А что он там делает? Кушает? Вон там вдалеке мишка. Просто в 60 метрах сейчас находится медведь, поэтому немножко напряженная атмосфера. А пока мы летели, я насчитала 4 медведей. А справа, когда мы пролетали, я не знаю, видел ты или нет, был настоящий ледник. Серьезно? Да, настоящий ледник, он никогда не тает. А еще слева мы пролетали кальдеру вулкана. Узон. Узон, все верно. Когда она когда-то взорвалась, пепел вулкана два раза пролетел вокруг Земли. Пойдем скорее, мы в долине гейзеров. В мире существует всего 5 мест, где находятся гейзеры. Исландия, Йеллоустоун в Соединенных Штатах, Новая Зеландия, Чили и наша Камчатка. Нет, вы посмотрите, вот он, след медведя. Да? Посмотри, вот еще один. Нет, это реально следы медведя? Это реально следы медведя. Я в шоке, ты посмотри. Мурат, вот такие озера примерно с температурой 30 градусов. И сюда приходят мышки мыться. Принимать ванны. Смотри, булькает. То есть тут можно свариться, да? Ты видишь это? Ты знал, что это самый большой грязевой котел в долине гейзеров? Глубина около 2 метра. Мурат, за моей спиной находится береза Эрмана или каменная береза. Ей более 300 лет. Под ней когда-то развивала свой лагерь Татьяна Ивановна Устинова, которая открыла здесь эту всю долину. Мне кажется, я нашел хорошее место для кадра. Ах, как обычно, ты решаешь, я страдаю. Я думаю, идеальное место для переодевания, тепло. Совсем другая жена. На Камчатке природа завораживает, поэтому кадр получается классным. Сделать его непросто, так как пар от гейзеров иногда закрывает фон. Но нам надо сделать еще одно фото на фоне большого гейзера. Извергается он каждые 40 минут. Надо бежать, чтобы успеть. Вот отсюда он пойдет, бери вот это все ущелье и пусть он слева. Я буду по центру, он будет слева бить, ладно? Да. О, уже идет вода. Вначале в котел накапливается вода. И потом в определенный момент она вскипает, как сейчас. И будет постепенно подниматься, подниматься. И говорят, может дойти до 10 метров, до 10 метров. О, ты видишь, ты видишь? Так, так, только я пар вижу. Сейчас будет вода. Это очень круто! Мы быстро пообедали и полетели дальше, к кальдере вулкана Узон. Кальдера, кстати, в переводе с испанского означает «котел». Посмотрим, похожа она или нет. Совсем недавно, 40 тысяч лет тому назад, образовалась кальдера вулкана Узон. Вот она, по кругу. Ты видишь? Да. Получается, что мы находимся в самом вулкане. Если посмотреть наверх, над нами был кратер вулкана, и он когда-то провалился, и вот получилось. Мы это тут. Кальдера. Ну что, делаем кадр? Делаем. Всего 7 минут на вертолете, и мы абсолютно на другой планете. Это настоящая химическая лаборатория. Красиво. Как будто не на Земле. Мне кажется, мы на Луне. Все кипит, все бурлит, все такого
бело-серого цвета, неживого. Но говорят, если копнуть до 300 метров в глубину, то температура будет достигать 200 градусов. Кадр решили сделать на фоне хлоридного озера. Природа царит в этих местах. Человек не выше и не ниже ее. Все живет по законам природы. Ну что, вот и подошло к концу нашего путешествия. Хочется вернуться. Снова и снова. Знаешь, почему-то люди все хотят измерить. Высоту гор, глубину морей, океанов, длину границ. Но никто никогда не может измерить красоту. Когда мы сюда приехали, эта красота природы настолько поражает, что ты можешь за ней только молча и тихо наблюдать, чувствовать ее и восхищаться.